Находясь на маршруте патрулирования в районе дома номер 18 на улице Куставиновская, инспекторы ДПС города Спасска заметили автомобиль марки Ford Festiva, водитель которого совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя. На неоднократные требования полицейских остановиться он не реагировал. В результате злоумышленник совершил столкновение с двумя служебными автомашинами, после чего продолжил движение, пытаясь скрыться. Пострадавших в ДТП нет. Для остановки беглеца полицейские применили оружие, произведя выстрелы по колесам. В результате правонарушитель остановил машину и попытался скрыться бегством, но был задержан. Водителем оказался 19-летний, ранее судимый житель города Спасск-Дальний. Молодой человек находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Проверка по базам данных госавтоинспекции показала, что обучение на право управления транспортным средством он не проходил. Гражданина доставили в отдел полиции, где в отношении него были составлены материалы по 6 статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Судом вынесено решение об административном аресте приморца на 25 суток. К тому же ему предстоит оплатить административные штрафы, назначенные за грубые нарушения правил дорожного движения, а также компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате столкновения с патрульными автомобилями госавтоинспекции. Олег Завьялов, новости на Восьмом.